сегодняшний день у нас знаменательный тем, что мы проводим чемпионат Донецкой области по смешанным единоборствам ММА, раздел любительский. Это смешанные виды единоборств, которые включают в себя разновидности видов всех боевых искусств. То есть это боевое самбо, это рукопашный бой, это джиу-джитсу и все остальное. То есть на этих соревнованиях разрешена любая ударная техника, любая борцовская техника, также разрешены удушающие болевые приемы. Но в зависимости от возраста, правила, конечно, там они меняются. Для этого есть квалифицированные судьи, которые проходят аттестацию вот, и следят за тем, чтобы не было травм. Наша федерация, она молодая, буквально только второй год мы начинаем здесь вести нашу деятельность, вот, приобщаем клубы. Буквально в прошлом году мы проводили турнир, было 5 клубов, сегодня уже 10 городов. В Мариуполе это 6 только клубов от Мариуполя представлено. То есть расширяемся, развиваемся, вот, люди к нам подключаются, потому что это интересно, это захватывающий вид спорт, зрелищный. Так как я занимался этим, занимаюсь, до сих пор выступаю, вот, я только испытываю удовольствие от арсенала техники. То есть это можно бороться, это можно делать болевые, это можно работать в стойке, в партере. Вот, то есть это, ну, настолько человек может себе проявить во всех возможностях. То есть, потому что не у каждого получается работать ручками, он борется. И он здесь вот может себя проявить. То есть он плохо борется, он работает в стойке. И он здесь опять же себя может проявить. И может добиться больших результатов. Первые места, которые сегодня займут ребята, вот, будут поданы в список Донецкой области, в сборную Донецкой области на 24 апреля в Тернополе будет проходить соревнование. Будем выбирать лучших. Будем пробовать, только начинаем. Наше проведение чемпионата Донецкой области, единственный человек, который откликнулся, скажем так, и помог, это народный депутат Украины Максим Ефимов. Спасибо ему огромное. Дети все будут довольны, всех наградим. Все замечательно. Спасибо большое.